По данным, на утро 17 июня за сутки в Севастополе зарегистрировано 125 новых случаев заболевания COVID-19. 187 человек были выписаны после выздоровления, умерли четверо в возрасте от 49 до 95 лет. Под наблюдением на сегодняшний день находятся 533 человека. Это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден. В Крыму же снова зарегистрирован антирекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе выявлено 401 новый случай заражения. Накануне суточное число заболевших составляло 394 человека. Такие цифры на своих страницах в социальных сетях привел глава республики Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 287 были выявлены при обращении за медицинской помощью, 102 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 случаев завозные из-за рубежа. Количество выздоровевших за сутки составило 242 человека.